Да, короче, оказывается, это последняя стадия нашего плюща. Поэтому мы можем сейчас уже идти на босса. Поэтому я сейчас спускаюсь, иду в портал. И, в принципе, мы отправляемся. Так, ладно. Я поднялся на эти крыши. Помчали. Блин, ну только я, конечно, не знаю, это... Блин, мне еще 60к. Я не нашел яйцо, на самом деле. Я не понимаю, что вообще дальше делать мне. Поэтому погнали просто прямо. Цветок у нас с вами есть, который нам нужен. Поэтому истинную концовку мы с вами хоть так то получим. Да, у меня много еще сюжетных предметов. А если быть точнее, у меня раз сюжетный предмет. Вот эти я уже не смогу использовать, потому что я женщину-то убил. Яйцо не могу найти, вот свадебное. Типа она скажет, вот воспоминания, все такое. Мне кажется почему-то, что именно она мне даст возможность лазить. В снах своих я слышал приближение твоих шагов. В снах своих пытался говорить с тобой и сказать тебе имя мое. Хранитель чуда и знамя чуда. С нетерпением боли несу я символ отцам. Я руки с окровавленной кожей и глаза, коими зрит мать наша. Но о тебе мне ничего не ведомо, кроме лика твоего холодного и безымянного. Кроме твоего мозолистых и заработанных дланей, кроме стона смерти твоей. Нет, я ничего о тебе не видаю. Видает лишь чудо. Так скрести же меч твой, используя вины со золотым мечом моим. Пусть несут боль и пополняет процесс. Проклинай имя твое во веки веков. Смерть благословляет тебя во веки веков. Файт? Не, ну ты крут, слушай. Ох, я тебя понял, приятель. А, ну хотя, если так посмотреть... Блять, а я так сейчас сдохну. Фигня в том, что я не успеваю. Типа мне около него стоять? Пока он магию свою юзает. Допустим. Окей. Ну да, нужно Ты развил зеркало, в коем узрел меня спящим. И теперь видишь меня как сына истинного чуда. А, это пепел, да, тут? Так, у меня, в принципе, хилки есть. 3 штуки. Я думаю, отхилиться я отхилюсь. Вау. Почему слоумоу типа все делается?
Ой-ой-ой-ой. Я не знаю, как тебе подняться туда. Ну, поднялся. Блять. Не, ну в принципе, здесь понятно. Мне главное подняться. Ну, короче, в первой стадии не тупить, да и все. Особенно нужно, когда он молнию херячит, сразу ему за спину бежать. Короче, нужно смотреть на знаки, которые он сотворяет. Блядь. Ладно, обмазаться надо. О, видите, все. То есть я сзади него. И мне норма. Так, у меня 3 хилки есть. Так, как и тогда. Теперь мне главное, чтобы повезло с платформой, чтобы я у него был прямо на голове. И тогда я смогу его пробить. Воу-воу-воу. Так, а можно встать? Мне встать не дают. Спасибо. Какого черта меня задело и унесло туда? Подожди, или он типа ветер создал? Я что, не увидел немного этого? Подожди. Заполняем сразу шкалу. Сохраняемся. Сейчас я его пердолить буду жестко. Так, мне на 2 использования, да? То есть он... 2 использования на каждую волну. Давай, 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 давай. Блять, вот снова. Понимаете, это самый имбовый знак, который он может сделать. Вот, а мне приходится убегать от этого всего.
Блядь, ты серьезно? Окей, у меня фул банки. Ну только мне кажется, я не успею отхилиться. Если меня будет молния напрягать, то она будет меня жестко напрягать. Как бы так. Как бы так сказать. Ну я, конечно, сейчас попытаюсь сразу отхилиться. Это раз, два, три. Три банки. Ай-яй-яй, все, я просрал. Ну сука, ну за что? Это так хорошо. Все, все. Не так уж сложно. Ух, не так уж это все и сложно. Будет обидно, если это будет не оригин, ну типа не истинная концовка, хотя у меня все присутствует, то, что мне нужно. А именно вот этот предмет, типа шипы. Типа статуэтка, к которой мы грехи отбрасываем, это его статуя. А, стой. А вдруг мне нужно было еще с тем мужиком поговорить, что у дерева стоял? А не, вот он, все нормально. Напоследок камажет. Ты избавил его святейшего от его бесполезных мук, и теперь идет он в древнем процессе по ту сторону сна. Колыбель прискорбного чуда, последняя реликвия Грали с кровью и золотом. Испущенный человек отца, когда он стенал в своей благословной муке. Первая реликвия сия находится здесь. На вершине Пепельной горы, рядом с Преображенным престолом, где его святейшество обрел поцелуй чудесной боли. И теперь тебя ждет окончательное единение с чудом. Только ты можешь узнать, много ли он от него просочилось в твое виновное сердце. Короче, нам просто нужно двигаться наверх на самом деле. А так бы нас убила эта херь. Если бы мы не собрали с вами вот эту фиговинку. Нас бы пепел поглотил, и все. Ну, я, может быть, в конце потом покажу это. В конце там... закину. Типа, концовка... Вот это у нас настоящая концовка, да? Это истинная концовка. А потом я вам еще скину не истинную концовку, то есть обычную. Где мы умираем. Ну, здесь, в принципе, мы тоже умираем, но... мы избавляем мир от вот этого... того самого чуда. Вот мы стали деревом.
Как вы видите, нам уже приходят тут кланяться. Именно люди. И вот настал момент окончательного единения с мечом, исполненной виной. Последняя жертва ради завершения покаяния и разрыва с нечистой волей прискорбного чуда. Мне типа нажать нужно? Но не постоянный промысел чуда, пока я никогда не заканчивается, но всегда из прихоти меняется, ранит и порицает. Нет места кающемуся по ту сторону сна, его место здесь, среди нас. Он новый отец и последний сын чуда. Ему возносим мы молитвы наши, и ныне, и присно, и во веки веков. Ну, как вы видите, совочка довольно хорошенькая. Ладно. Давайте пропустим. И могу ли продолжить? А значит, будет имя твое забыто под этими небесами. Чего? В главном меню доступен новый облик. Открыт облик Сын Чуда. Ух ты. Дополнительно, а ну-ка. Выбор облика. Обычный облик по умолчанию Сын Чуда. Ну типа он более красный. А, и меч такой сияет. Как вы видите, вот я поиграл 13 часов, прошел на 88%. То есть, да, я не нашел яйцо то же самое, где куда мы уже два предмета кинули. Ну, типа, алло, как-то так. Скорее всего, босс убит, да, уже? Не, ну... Давайте поговорим об игре. Давайте я куда-то стану. Или же я могу куда-то сюда зайти наверх. И здесь поговорим, в принципе. Или внутри. Я не знаю, если сейчас босс будет, скорее всего будет. Ладно. Делаем иначе. Ну, что можно сказать об игре? В принципе, игра мне очень понравилась. Мне нравятся пикселярные игры, особенно платформеры и, так сказать, элементы Metro Advania. В нашем случае здесь много всего, что мы можем собирать. То есть это те же ангелы, те же кости. А также у нас есть необязательные доп-миссии, которые мы можем там собирать куски... как сказать, проклятых людей, да, которых посчитали, типа, проклятыми. И разбросали по всему нашему миру этому. Ну, не миру, ну, столице. Кости различные, да. Потом... Блин, я не знаю, вот с яйцом, конечно, проблема вышла, потому что... Нужно было третий предмет, мы там золото вложили, да. И еще что-то, кажется, тот же череп положили ее мужа. А вот последним у нас предмета так не оказалось. А последний предмет это вот эта свадебная лента. Но я не знаю, где он сам находится. Это яичко. А дальше пенек, с которым я так и не смог нормально
поконтактировать, потому что у меня ничего не было. Также там еще были красные свечи, с которыми тоже что-то можно сделать, но у меня почему-то нихера не вышло. По музыке, по атмосфере именно такой вот, да, вот внешний вид локаций, они довольно забавные. То есть какие-то запоминаются. Да, бывают повторы, это горы и горы с мучениками, да, где вот это мы потом падаем вниз, где мы еще с ангелом деремся. Также можно из локаций, это канализация у нас была, катакомбы у нас были, горы были. Потом монастыри, ну это в основном, да, повторяется, библиотека была, это прикольная локация. Потом была типа галереи. Потом вот финальная локация, но это в основном собор. Ну, можно сказать, да, много локаций, много находимых предметов, которые спрятаны везде. И чтобы к ним попасть, нужно выполнить доп-миссии. Также есть у нас концовки. Да, то есть есть обычная концовка, которую вы увидите в конце, когда я вот все это договорю. Я вам покажу эту концовку, и в принципе серия закончится. А дальше то, что я говорю, типа концовки, да. Но я не знаю, есть ли еще какая-то концовка, типа секретной. Этого я не знаю. Также еще можно отметить это прокачку. То есть какой-никакой, ну, прогресс у нас есть в игре. То есть это прокачка меча, да, этих же способностей. Без способностей мы не можем туда или иное место пойти или попасть. Можно отметить еще это врагов. То есть с какой-то степени можно сказать, что каждый враг, почти каждый враг, имеет какую-то свою мини-историю, да? Ну, в плане, допустим, взять начальных врагов. Это забитые мужики в камнях. Типа, понятно, что это какой-то грех они сотворили, типа их забили камнями. Ну, то есть, понимаете, это более такой религиозный, что можно сказать. Типа враги сделаны в таком стиле. Боссы? Боссы, да, запоминающиеся. Взять, допустим, первый босс, это который, да, был у нас. Ну, это был, конечно, не до босс. И если его даже можно боссом считать. Потому что мы потом сражаемся с такими же, только двумя. Ну, получается, из боссов, который мне самый сильно запомнился, это был еретик. Или как его там, епископ. Который, типа, великан в горах вот он был. С головой, где еще у него полкуска головы нету, там мозг торчит. Довольно вот этот самый сложный, наверное, будет босс, если так подумать. Потому что хп у него много, и атаки довольно жесткие. Дальше запоминающий это у нас младенец. Я видел даже вот его, когда он нас хватает и разрывает на две части, да, это жестко. Но там очень мало FPS лично вот у меня было, я потому что играю с вертикальной синхронизацией, а именно у меня FPS 60-61 выше он не подает, потому что у меня вертикалка, повторяюсь. И там у меня были просто фризы, то есть 25-30 кадров, это жестко. Потому что сам враг тот, этот червяк, да, получается, он состоял из каких-то много видов кусочек, и это, так сказать, начал нагружать игру. Дальше можно отметить из боссов три сестры, которые летали. Потом, что у нас, кто еще у нас был там? В принципе, это самый из демо-версии, да, это рогатый мужичок, корневик. Дальше у нас был... Кто у нас еще был? Вот видите, типа, какие-то запоминаются боссы, а какие-то нет. Ну да, могу сказать, типа, тот же священник со своим архибратом, или то сестра была, кажется, то была сестра, летающая, типа. Потом сам епископ, то есть он со стадиями, да. Ну, к боссам, конечно, можно отнести это стадии. То есть он, у него не одна там, да, две сплошные атаки. То есть после какого-то погашения босса у него появляется вторая стадия с новыми вообще атаками. Не повторяемся. Взять ту же девчонку, с которой мы дрались, да, перед епископом.
То есть пол ХП мы снесли, и она потом начала просто летать. Ну там в основном заключалось все это в блоке. Так как у меня стоит на улучшенный блок, то это было как бы не очень сложно. Также еще к боссу можно отнести это того, который был у нас в тюрьме. Да, это с огненным мечом. И из минусов я могу взять это просто жесткая беготня. Потому что сейвы, хотя да, есть, но телепорты они хер знает где находятся. И поэтому он нас просто заставляет бегать. Да, можно отнести к сокращению пути это то, что мы сами сокращали через стены. То, что мы сделали лифты, но все же. Нас заставляют делать то или иное. Дальше из минусов я могу взять это баги. Единственные баги, которые я замечал, это у нас были в этом. Ой, как он называется? Такой эти. Тюрьма, короче, где заключенные. Потому что там и дублирование врагов. То есть враг на тебя нападает не один, а два. Не знаю почему. Типа он. Типа раз враг, и в нем еще один. Также можно отнести к багу, это который меня заставил 3 раза перезапустить типа игру. Когда я застрял просто в стенке, не мог никуда дальше пойти. Ну я не знаю, может быть когда-то это исправят. С следующими там обновлениями, там, не знаю, может еще добавят DLC какие-то. Хотя DLC навряд ли. Ну, хотя, знаете, здесь можно сказать. Ну, на продолжение здесь ничего так не навязывает. Просто типа девка выточила из нас меч. И все. Ну, в принципе, как-то так, я думаю. Можно отметить еще NPC, да, которыми мы разговариваем, которые уж какой-то имеют тоже сюжет. Сюжет мы можем также получать из тех же мертвецов, которые валяются, да, то есть тел. Их не духи там что рассказывают, что и как произошло. Так же, как и в Dark Souls, допустим, лор присутствует в предметах. Поэтому, если хочешь полностью получить сюжет и понять лор, то тебе приходится собирать все, что есть в игре. Ладненько, давайте, я думаю, на этом и закончим. Я вам запущу еще одну концовку. Это обычная концовка. И, в принципе, серия закончится. Поэтому, когда смотрите, можете выключать спокойно видео. Поэтому всем пока.